ты появиться можешь в двух местах. В принципе, все два места я знаю. Ух ты, медведь грёбаная. Я так и не поняла, как из лука стрелять. Я появилась на выходе из убежища возле горы. Тут два выхода с убежища. Да? Что ты перед собой? Два автомобиля и дорога поперек идущая. Не видишь. Чего не вижу? Коза сейчас прилетит с другой стороны. Так, сейчас я прибегу. Иди пока по асфальтной дороге. Так, а тут нет такой функции, как-то вот добавить друзья. Случайно. Я не знаю, я не играла в эту игру. Ну, в смысле, вот тогда чуть-чуть поиграла. Ну, как-то мне показалось скучно. Так, автомобили оба разобранных. Это я играл. Синхронизация так себе, прям скажем. Так. Тебе нужно идти по дороге. Потом, когда придешь по дороге, тебе нужно повернуть направо. Ладно, бегу. По пути подберу что-нибудь. Ты видишь впереди. Когда ты пойдешь по дороге, ты видишь там завод. Завод? Ну, какое-то там здание, но пока далеко, его плохо видно. Я же говорю, тут два места, блин, где появляемся. В принципе, нормально, разнообразие. Это хорошо. Я просто понятия не имею, что здесь происходит ночью. Я до этого момента не доиграла. Ты мое видео не видела второе, что происходит там? Там полный манец. Так, ну вот я на дороге, ты по идее должна мне напротив идти. Вон, Рина Сау, все, появилась твоя надпись. Да твоя тоже появилась, я просто не знаю, насколько далеко она может быть видна. Ты рядышком можем. Я так просто по дороге веточки, грибочки собираю. Листики. Это вот вижу сейчас. Тебя. Сейчас я стреляю, это хрень. Пошли домой. Дети калаш дам, у меня есть там на базе. Патроны будешь добывать или крафтить сама. Патроны дефицит. Ладно. Железо лучше пособирать. Да не трогай, сейчас я его. Железо, вот эти деревянные ящики, все вот это собирай. Я знаю. Я такую игру... Там на каждую стену надо зачем-то целую пластину с железом. Иди, уходи. О, из нее что-то выпало. Первый раз вижу лут из зомби. Мы играли в типа такую игру, называлась Джусурвивал. Она была в Стиме. Это игра от Z1 Battle Royale. Потом закрыли.
вот она очень-очень похожа, но там был дроп веществ в инвентарь, на котором можно было не хреновые бабки делать. А вот это очень похоже. Мы играли толпой, но там отличие от этой техники была, побежали. Были машинки, и на них мы ездили. А что у тебя тут за настройки агрессивности зомби? Легкие, пойдем. Поставил специально полегче. Как они кричат, смотри, прикольно. Пошли, не трогай, они сгорят сейчас спокойно. Пошли, тут это темнее. А что тут луком стрелять? Луком офигенно стрелять. Лук, быстрый слот берешь, зажимаешь правую кнопку мышки, левой отпускаешь, стрела летит. Блин, утка проклятая, а? Ладно, фиг с ней. Стрелы делаются легко вообще. Так, что-то подтормаживает у меня. Подрагивает на моем компьютере. Или это проблема синхронизации? Периодически, да. Надо, наверное, настройки делать чуть поменьше. У меня ультра вообще стоит. Так, а ну попробуй, дверь-то ты откроешь. Куда пошла? Вот. А. Это ловушки, они автоматически включаются, бьют зомбаков, режут. К шипам лучше не подходи, вот к этим. Я тебя просто перезарядила. Ну, открывай, заходи. Все, отлично. Так, тут у меня, в принципе, вот смотри, калаш, если что. Вот здесь. Это к нам никто не зайдет. Но не нужны патроны. Тут все с едой. Как патроны наготовишь, там насобираешь. А, тебе ж, наверное, надо будет что-то изучать еще, я не знаю. Так, где патроны готовятся, я уже и сам забыл. Патроны к калашу. А, вот они, пули для винтовки. Ой, слиток порох. Это ты имеешь в виду сумка с боеприпасами, вот это? Нет, или я, что? Это, сюда перешла и нажимаешь на вот, первое мечи, второй огонь вверху. И там будут пули для винтовки. Видела? А, вижу, да, пули для винтовки. Вот. Вот это пули для винтовки. А мне бы какой-нибудь топор, что ли. Тебе зомби кем-то сражаться. Вот, берил, да. Или копье вот здесь, смотри. А где для него стрелы делаются, я не понимаю. Стрелы делаются просто, нажми инвентарь, и тебе вон стрела. А, в инвентаре. Так, да, сейчас лучше сделаю. Куска железа и ветви дерева. Смотри, вот тут я, Рина, вот ящик прямо рядом с тобой, тут складываю весь хлам, который не очень пригодится. А вот рядышком железо, камень.
все необходимое складываю. По ящикам примерно поймешь. Я хожу с калашом, с огнеметом и с луком, блин, короче. Я тут совсем подряд хожу. Сейчас расцветет. Ну, я тебе могу лук дать, если хочешь. Хотя лук... Я уже скрафтила. А, ну давай, вон... Тут никто не тронет, можешь уходить. И кирка у тебя есть? Нет, я только вошла в игру, ни черта у меня нет, у меня пустой инвентарь. Ай, а тут есть кирка. И посмотри, что нужно для кирки. Так, кусок железа и маленький камень, сейчас я тебе скрафчу. Еще, наверное, этап нужен будет. Ну да, деревья рубить. Изначально был только нож. Сейчас кирку сделаю. Так. Ой, что я делал? Сейчас я не то сделал. А как ее? А, так стрелы по 15 штук делаются за раз. О, это хорошо. Их надо как-то заряжать в лук и... Слушай. А, вот она, на, забирай. Забирай кирку. Это, и сейчас тебе топор сделаю. На, и топор. А этот, как его, что хотел сказать, молоток зачем нужен? Молоток лучше не крафти, он разбирает здание. А, то есть свое здание, не чужие. Да. Эл, кнопка, фонарик, смотри. Вот, смотри, какие-то штуки. О, уже кого-то застрелило. Кого он там сагрился? Сейчас все стрелы мои. Птица, что ли? Вот, смотри, тут у меня... На птица охотится? Так, нам могут зайти только спереду. Тут никто не зайдет. Видишь, какие стоят хреновины. Я специально это место выбрал. Тут метель от зомби куски летят. Блин, на кого-то она сагривается. Не пойму на кого. А, вот зомби. Ух, твою мать, перед носом стрела прилетела, кровище лужа. Пошли, я тебе покажу, где железо. Железо тут везде как бы нужное. Как оно выглядит. А, и вот эти вот ножом вот эти кустики режь. Про кустики, камушки и деревья я в курсе. Там пеньки всякие. Можно, смотри, с них будешь делать бумажки, которые будешь изучать. Я вот, допустим, инвентарь на 50 слотов, у меня уже на 90. Там прокатишь. Это... О, меня не режь. Это камни... Я хотел куст порезать, но ты в лес впереди. Ты хотел вырезать железо. Железо дефицит, блин. Железная руда. Она тут уже все увидела. А, вот она, вот иди сюда, вот железная руда. Деревья лучше рубить толстые, они больше бревен дают. О, вот это железная руда. Она такая черненькая, видишь. Где я дерево? Когда мы играли мне в такую игру, знаешь, человек 7 на тачках и на PvP серверах. О, война была. Ты, на меня тут дерево упало. Серьезно, с такого камня один кусок руды и 10 железа? Я там в одиночной игре
шла по квестам, но мне что-то говорили строить. Я успела построить только вот одну такую какую-то ловушку с маятником. А у тебя сейчас квеста никакого нет, да? Нет, сейчас ничего. А, нет, создайте валочный топор. И походу они и квесты будут, я не знаю, как их включить. У меня тоже горит, я уже не делаю квесты. Катапульта нафиг она нужна. Светет, пойдем. Я все хочу сходить на фабрику или в город для зомбаков. Тьма. Я тебе повреждение нанесла ножом, когда случайно попала или нет? Да. А это плохо. А от твоего этого какого? Огнемета повреждений не было. Попробуй тебе сейчас стукнуть чуть-чуть. Есть повреждения. Что-то я не досоздал себе. Вон железный рудак впереди, глянь еще. А инструменты не ломаются? Нет. Так, весь лут... Руду и железо. Весь лут улетел тебе. О. То есть одному кому-то улетает. Так что вдвоем одно и то же долбить смысла нет. Это все равно потом ящик лишний. Да? Нет, это понятно. Так, где-то у меня тут еще ловушки стоят. Больше ловушек наставить. Это на животных? Ага, тут лисы попадаются. Да, нет, мне заяц попался. Заяц попался. Ну, я остановилась на том, что мне сказали построить эту штуку с маятником. Потом я заметила, что где-то вот штука с черепом растет и растет. Решила попытаться все-таки дом построить, потому что там по квестам один пол и одна лестница. И обнаружил, что там нужна куча железных пластин, а у меня на них все это не было материала. Тут все апгрейд всего. Да и если апгрейдит, больше возможностей делать. Вон я тут огороды посадил. А, не хватает навоза, пойду скрафчу. Я еще сам путаюсь, где тут что делается, блин. Ищи, где навоз-то, долбанный крафтится. Это ж я его делала. Вот я пряные травы нашла. Это, наверное, все для кухни? А, это для кухни, да. А ты кухню еще не построил? Вот кухня, а вот ящик для кухни. Там ты что, бери еду, только сырое. Там внимательно читай, что какая еда дает, а то сырое в жизни отнимает. Это я видела. Так, делать мне еду или просто пока поскидывать эти? Как хочешь делать, ты скидывай, абсолютно все равно. Уже не портится? Больше нет.
поиграешь в повара. Где навоз делается, ёшкин кошки, а? Блин, это какой-то облом прям. Конечно, где-то крафтил. А, босс. А, он у меня закрытый. Его следует. А у тебя есть бумажечки, материалы для исследования или листики? Да, я навоз исследую. Прям возьми их. Как их дать? А ну, скинь вниз куда-нибудь. Зацепи. Как это сделать? Ай, нажимаешь, наводишь ее вниз, вон возле ножа куда-нибудь кидаешь в черное место. Вот лежат. Сейчас я попробую навоз изучить. Хватает, ну твою мать. А ты видишь, что изучено на столе, да? Смотри. Вижу, не знаю, что я. Что изучено, горит белым. Охота на животных. Скилл плюс 4. Это изучено или нет? Не-не-не. Изучено, смотри, где мечи. И огнемет изучено. У тебя не изучено? Нет. Если ты можешь строить этот огнемет. Я вижу динамит, огнемет, но он не изучен. А вот посмотри, вот здесь. Нет, подожди, изучен. Я когда на него тыкаю, не предлагает потратить ничего. Вот смотри, где я стою. Тут в третьем ряду есть огнемет. Посмотри, ты его можешь скрафтить? Третий ряд, где молоток и кувалда, огнемет. Или его у тебя под замком? Или просто не хватает ресурсов? Замком. А, можешь его скрафтить. Ну я могу скрафтить, тебе нужен огнемет. Я не знаю. Судя по всему, он не больно-то эффективен. Не, а когда толпа, ты их зажигаешь, они к тебе не лезут. А, ну... Для него нужно что-то, какие-то материалы? Нет, на, вот я уже кинул, сзади тебя стоит. Только не зажигай сзади тебя, зверь. Теперь для него бензин нужен. А бензин крафтится из масла, которое находишь в машинах. Только не по стенам не стреляй, а то я стрельнул. Здание зажег, не горело все. Или потушил. Я не буду, я его пока даже не поставила в слот. Блин, держите бумажки. А. Да блин, опять бумажки не хватает. А листиков нет у тебя, листьев обычных. Листья есть. Кинь вот какой-нибудь в этот ящик. Где я открыл листья. Ну вот такой открыть. Все, сейчас. Да и что ж за гадость, где навоз крафтится? У меня какая-то лоза есть, а в прошлый раз у меня ее не было. Или была, не помню. Кишки нужны и листья. Так, куски ткани. Пока все складываю к тебе в ящик. Так, бери, что там нужно. Я пошел.
А я не знаю, что там нужно. Ну, может, стрелы можешь делать, что ж будет. Ой, я сделал, у меня 30 стрел есть. Пока не хочу. Можешь, там куча продуктов, что-то посмотреть, может, что-то приготовиться. Что хочешь, делай сейчас. Огород. А вот. Кстати, стрелы, которые стреляешь в зомби, можно потом с мертвых зомби их вытаскивать. Да, я забрал несколько штук. 4. Жалко, тут сортировки нет. Да, много тут чего не хватает, но в принципе уже не наворотили до хрена всего. Сейчас и пойдут зомбаки. Сейчас или через час? 12 часов, 12 зарёх они. И что нам надо делать? Не сдохнуть. А, ой, скрафти матрас. Посмотри, еще матрас. Вот он, вон лежит. Листья я тебе все отдала. Пойду куст найду. Так, надо. А вот этот долбанный, иначе. Вот, ничего скрывать. Иначе продукты не растет ничего. Все, я посадил семечки. Матрас, ты должна сама скрафтить и положить его. Я скажу тебе тоже на помощь идти искать. Там только листья нужны или что-то еще надо? Я не помню, где это. Я помню, что делала его в своей игре. И там нужно было много листьев, я резала кучу кустов для этого. Пальный мешок. Ой, я уже могу скрафтить. Что там нужно? Что? Я говорю, я могу скрафтить и кинуть тебе, ты его поставишь. Так, на вещи. Да. Пойдем. У меня есть материалы, а то сейчас придут уже зомби. Так, сейчас я накидаю тебе. Забирай. Вот у меня вещи, сейчас еще посмотрю, что надо. Так, еще нужно. Кусок резины. А, это я в ящик положил, сейчас возьму. Да на, вот они уже есть. Все нашла? На, вот. Бери. И куда-нибудь вот сюда в уголок положишь. А теперь напомни мне, где его, как его нажимай делать. Нажимай Б, Б кнопку. И нажимай на ящик. Утилите и спальный мешок вон. Все хватает. Нет, 6 кусков ткани надо. Сейчас да. А резина у меня как-то с избытком аж 18 штук оказывается. Забирай ткань. Крафти куда-нибудь, я не знаю, ну куда-нибудь вот сюда ложи, потому что там будет апгрейд, они будут расширяться, и кухня, и все. Что ты говоришь класть? Да ну вот в угол положи, чтобы никому не мешало, не подразу было. Готовится.
сделала. Так, по еде. Все, музыка играет. Было какое-то оружие ближнего боя скрафтить, что ли? Ножик хорошо подходит, да. А топор? Рубит ты топором? Да, топор есть, а лучше ножом. Смотри, тут есть курица, вон, забери себе жареная готовая. Зачем? Ну, мало ли, отъешься. Я себе сделала какие-то два блюда там, из грибов и яйца, которые нашла. Куда у меня огнемет делся? Я ж его скрафтил, один тебе дал, куда у меня второй делся? Посмотри, у тебя в инвентаре один огнемет или два? Один. Вот чё фигово здесь, когда используешь, не видно, куда он ложится. Нашел или я тебе отдам этот твой? А я скрафчу. У меня все равно бензина нет. На, да, господи, как же ты, сволочь, выбрасываешься-то. Да пускай я скрафчу. Что тут у него сделать? Нет, проблем не будет его сделать вообще. Не хочет выбрасываться. Гадина такая. О, там уже вовсю стреляет. А зачем ты дверь открыл? А кто сюда зайдет? Никто не зайдет. Они даже не доходят, она их убивает. Неинтересно. Эй. Поначалу хреново было, когда нападали. Вот это да, было жесть. А теперь, блин... Поэтому и бросил игру, потому что там уже ночь была скоро, а у меня только один вот какой-то маятник, дом не построенный. Я поняла, что меня съедят обязательно. Я там, когда снимал видео, получилось, первая война, волна, я не успел построить ловушки. На меня валило зомби, наверное, 30. Ты видела, что там я делал, я ножом чисто отбивался. Вот на этом ролике есть и просмотры, причем больше нет. Сейчас еще 2 часа и не отстанут. Что-то они как-то мало, мы ко мне днем так прибегали. Они их перебивают даже. Так, шестеренка, пластик. Тут плохо, что эти ловушки постоянно перезаряжать приходится. Нет, там лимит есть потом. Пока не мяч сделаю. Принесла 3 материала для исследования зомби. Тетя. И ткани кусок. Шестеренка, стальной провод и клейкая лента. Шестеренка, стальной провод и клейкая. Шестеренка. Это ты чего делаешь? Огнемет. Да сейчас я тебе скину, все-таки попытаюсь. Да, и ну что? Да у меня все равно нет бензина для него. Он для меня бесполезен. Найдем бензина, сейчас стальной провод только мне нужно стало сделать и все. Я забываю все, где это делаю. Готов. Да стой ты, гад, что ты убегаешь? Их видит очень много. Когда у тебя
нечем сражаться, когда нету дома, и вот этих ловушек, тогда тебе хана происходит, понимаешь? А тут-то я ж уже говорю, они с двух сторон только бегут. Я здесь за ловушками стою, они меня видят, бегут сюда, нападают, попадают под ловушку. Да, а что тут закончилось? Я их сразу перезаряжаю. Я сейчас пойду. А там, смотри, лимит. Можно пока не перезаряжать, я сейчас... Стрела. Слушай, ты, наверное, перепутала, ты забрала с ящика с оружием болты для катапульты, а стрелы положила. Посмотри у себя в инвентаре. Нет, у меня стрела, стрела, стрела. Болтов для катапульты нет вообще. И стрелы я крафтила. Вот эта штука вращается. Вот иди сюда, смотри, какая вот тут штукарина. Сейчас я их приманю где-нибудь. Зомбаков где не есть, бля. Ни одного зомби. Тут у тебя уже чинить надо. Половину всего. О, тут уже маятником одна не убила. Пробегаю он обратно, побеги. А вот еще, смотри, ловушка. Сейчас вот это вот сработает, смотри. Какая штука хорошая. Иди сюда. Пресс? Да. А, его... Блин, его та треснула, а не это. Ах, ты у меня постукал, смотрю. Гад такой. Мне надо лечиться едой или сон вылечит? Зомби, кстати, в дверь-то проходит или нет? Да. Если закрыть дверь, пройдет. Тогда, может, ее закрыть надо? Что? Едой лечись. И на батончиком лечись. Пойду топор испробую на ком-нибудь. Что за лечь-то такие? Тут толпа бежит. Колесики я починил и заправил. И обойму патрона на всякий случай.
болты. А, что, пустые, да, болтов нету, ладно. На, ящик патронов один. Аж заряди на всякий пожарный. Для винтовки, а не для калаша тоже подходит? Да. Хорошо. Там двуручный меч есть. Такая вещь интересная. Нет, там есть световой меч. У тебя нет семян случайно с собой? Я в ящик положила то, что нашла. Ладно. Там надо ладушку и семенами. Что, скрафтить тебе меч? Хочешь мечом побаловаться? И если это не в тягость для бюджета? Я потом все положу на это, в ящики. Назад. Слушай, тут есть лазерный меч. А что для него нужно? Его, небось, заряжать придется? А я вот не знал, его надо еще изучить. Сейчас смотрю. Лазерный меч. О, тут сильно дорого его изучать. Его нафиг. Лазерный меч. Так. Есть, смотри, значит, здесь что? Здесь большой кривой нож. Труба. Копье есть. А попробуй копье, он еще, я же скрафтил уже копье одно. Да, давай, попробую с удовольствием. Вот он в ящике стоит, лежало копье здесь. Да, у него дамаг 20, в принципе. Я его еще не пробовал, просто скрафтил, а что это я не пробовал. О, я пикинёр. Блин, тут столько всего. А, тут еще капкан. Ой, я что хотел сделать? Скворечник, чтобы птицы яйца несли. Точно. Блин, листья. Это дело. Листья. Нет, короче, надо курс, пока не растет, заготавливать и все. Надо сделать капканы для больших животных. Скворечник. Так, зомби больше не будут нападать? Нет, нет, все. Ну тогда я беру топор и иду рубить деревья. Брёвна уже наверняка пригодятся. Да там мне ещё хотят колени обделать всё. То бывает прорывается зомби. Да, сейчас прорывалось несколько штук. Они не дома ломают двор. У тебя там кое-что и стены, и дверь повреждена, да. Надо чинить. А это на медведь, зараза. За мной пытался медведь. Медведь это жопа, я от него не мог избавиться. Единственное, что помогло, вот эти колья, что возле стены стоят. На колья не убежал, и его колья не чувствовали. Ух ты, я грушу срубила нечаянно. И она на меня упала. Тут, оказывается, груши есть, не просто так дерево. Жалко, что тачки нету. Ну да, у меня в Сатисфакторе к концу подходит мое приключение. Мой напарник свинтил, а одну скучно. Что? Одна же играешь. Ну да, получается, одна играет скучно. Ну и вдвоем легче делаешься, в два раза быстрее. Особенно все, что вручную надо. Ну я там какие корпуса производственные настроила. Она даже и тут вдвоем быстрее делает, чем одному. Тут вообще однозначно. Я посмотрела, что вот с тем, как я там все добывала и строила, там точно надо было на двоих-троих. Не, ну ты
ты видишь, сейчас третина заканчивается, я заглянул в базу. Ну, у меня медленнее, значит, получалось. Я туго соображаю, значит. Вот такие выживалки, это ж моя стихия, я шахала. Люблю до ужаса. Фонарик неубедительный. Или хоть есть. Ну да, и хоть что-то. Или выживалок фонариков нет. Надо или на кодинке крафтить. Это какой-то на зените сделали. Это бы как же подарок. Да. Че, еду дали изначально. Да. Ты батончики, они такие мощные. Как-то доброжелательно разработчики все это сделали. Соседка пришла материться, не может квартиру попасть, блин. Какой-то доброжелатель залил личинку к суперклиенту. Слышишь меня? Слышу. Ну это кто? Верхние, нижние или боковые соседи? Кто еще мог? Ну, на площадке. Причем личинку залили на не два хозяина, это три. А, общая. Я говорю, ну чё, вызывай мастеров, а чё тут сделаешь? Ломать личинку менять. Ну да. Тут дверь менять, скорее всего. Это не личинку, замок. Я же говорю, что... А как его извлечёшь, не сломав дверь? Не открыв дверь. Ну личинку выбирать. Замок. А так работает? В современных-то дверях. Работает, а сзади открывают личинки, убивают, ломают двери.
Так, а тут я что-то не понимаю. Тут есть это какая-то зависимость от сна, еды, там, воды, чего-то еще? Вот этого нету, слава богу. Да, прекрасно. Как я это ненавижу. В этих визуалках он... Потому что главный герой постоянно хочет жрать, пить и спать. Это я люблю. Нет, я пока еще ничего не видела. Можно второй этаж зафигарить. И опять же, вот, говорит, для этого и нужны брюки, всякая гадость. Ну, да. Есть-то люди, которые любят ПВП воевать. Я, в принципе, ПВП не сильно люблю. Я люблю вот строить, бегать. Вообще ненавижу, потому что все это из благородного противоборства превращается в мелкое пакостничество. Всегда. Поэтому я тоже это не люблю. Я вот спокойно удовольствие получаю от стройки. Так, бревно. Так тут, в принципе, и ПВП тоже есть, что ли, не пойму. Да, я создавал когда сервер, я делал ПВЕ сервер. А можно было подключить? Тогда нам пришлось бы воевать. О, гадость какая. Ну так кто-нибудь бы пришел бы. Все нам сломал. Я это не люблю. Когда ломают, то что я делаю? Хотя вот на самом деле в реальности люди только этим и занимаются. Один построил, другой сломать прибежал. Один сделал, другой украл. Столько мешков валяется, убирали ля тут. Какая халява была. Прибежал какой-то с зомби. Я его копьем потыкала. И как копье, сколько ударов сносит? 4 удара. Ну, хорошо, в принципе, да? Ну, ты прикинь, я копьем еще и куст порубила. И дерево свалило. Ну, тонкое, правда. Оно универсальное. Так. Здесь можно рубить все, даже сухие деревья, которые стоят. Ясно, знаю, бревна валяются, там пеньки всякие. Смотри, тут вот линия еды. Нет, похоже, большое дерево им не срубить. Почему рубится? Хотя, может, у меня просто терпения не хватило. Потому что топором я снесла его за один удар. Просвет скоро. А деревья восстанавливаются? Или мы сейчас тут лесовую поляну устроим?
Вот все, что этот уровень ничего пока не знает. Жалко тогда лес-то. Порох какой-то прям нашелся в камне. Как можно порох найти в камне? Черешня, голубика, яблоко, груша. Какое разнообразие еды. То наливку тут нельзя сделать. Я здесь грибов. Лисы бегают, пугают. Что? Она пугала, говорю. И опять порох нашелся. Это он в железе находится. Хорошо, самые патроны делать. Нашла твою ловушку. Там она не заправлена была, семечек не было у меня. Я заправила. Обе из одной лесу достала. Кстати, тут бревен вокруг дома валяется много.
не срубленных. Так, ну все, я в принципе тут. А что, будем второй этаж делать? Не. Почему нет? Давай сделаем. Смотри, сколько всего стол, стулья, вон, нянь. Тут место. Дофига. Старых хочешь. Все это смотреть. А, Б. Б нажимаешь, и где ящик? И вот там декор. Интерьер. Интерьер и декорация. А, интерьер. Железный стол, стул, ковер, полка. Кожаное кресло. Ох ты. А компьютер нельзя поставить? И играть в игру. Кожаное кресло я могу сказать. У меня уже есть. Мне больше интересно смотреть. Ля, горшок с базиликом, горшок с кактусом, горшок с канной какой-то. А тут какие-то кирпичи нужны, у меня таких штук нету. Кирпичи крафтятся. Если что, я тебе могу накрафтить кирпичи. Нужны? Да пока нет. О, я могу только флаг поставить. Кирпичи, чего ж ты? Короче, если нужны кирпичи, я вот тут их накрафтил. Обтесанный камень и кирпич. Еще нужно, могу еще накрафтить, а? Ну вот, поставил этот красный флаг у входа. А куда лестницу ставить? Не знаю, смотри, как тебе удобно. Лестница идет боком. Боком она выходит. Где нам ее поставить, а? Боковая лестница, скажи. Ну не посередине, где-нибудь у стены, да? Конечно, где-то в углу у стены каком-нибудь, а где вот у тебя свободный угол. Вот. Ты не видишь, что я ставлю, да? Нет, конечно. Хотя в Сатисфакторе видно, как пристраивают. На самом деле, хорошая там игра, но одной нудно играть. Тут как везде. Вот, смотри, поставим. Пойдет, в принципе, я думаю. Да, вполне. Пол тут ставится. А фиг он ставится. Походу тут. Наверное, придется колонны ставить еще. Просто не ставится этот пол. Так, ладно. Колонны. Ты имеешь в виду фундамент вот этот тот, который? И что, здесь будут сплошные колонны? Я думал тут второй этаж сделать, а?
колонну требует, ой, я так понимаю. Ладно, сейчас попробую поставить эту колонну. Видишь, что требует. Колонны требует он везде. А, нет. Одна колонна на две постройки идет рассчитанная. Блин, можно хотя бы сделать, знаешь, по кругу, или нафиг он нужен за второй этаж, а? Погоди, почему на две, а не на четыре? Сбоку не пристроить еще? Четыре, тогда получается, да. Ну и нормально, и что? В нормальном реальном доме тоже приходится опоры ставить. На какое-то большое помещение. Так. Ткань сделать нужно кусок ткани. Это листья никуда не вложила. Сейчас положу. Куда-нибудь кинь, а? Места не было. Или ткань есть? Положила листья. Одну пачку, если где-то я видел. Листья крафтить можно ткань. Так, вот бревна сюда. Железную руду. Господи, известняк. Это похоже на игру найти парные картинки. Честно говоря, просто если бы была сортировка, так покидать, что попало, как попало. Потом отсортировать было бы. А, вот у меня есть 5 ткани, на самом деле. Это здесь листья делаются. А. Не, ну у меня полный инвентарь какой-то фигни, поэтому я пока пытаюсь понять, что здесь и куда положить. Пластик есть. Еще кусок ткани есть. О, тут кусок ткани есть, это из нее же ткань делается, из кусков. Зачем тебе листья нужны были? А у тебя их тут 99 штук. Я потом нашел это. Господи, животный жир. Кишки животных. Чё? Маловато одного сундука на самом деле. Для всего этого я смотрю. Для еды? А тут же можно апгрейдить. Нет, 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 еще маленький. Смотри, если мы делаем апгрейд, это ящик. То он добавит еще 12 слотов. Так, ты. Смотрю. Это репэр. Починка. Короче, нужна обработанная кожа. Обработанная кожа делает шкуру зайца. Вот это самый что дефицит, это шкура зайца. Надо с оружием идти охотиться, блин, этих зайцев. А лисья шкура не катит? Сейчас я посмотрю. По-моему, обработанная кожа только идет из зайчьей шкуры. Да, кроличья шкура, блин, хоть ты зашибись. Вот я одну-то скрафтил сейчас, но чё толку-то? Я б ящики апгрейдил, если бы у нас было. Может, проще лишний ящик поставить? А лишний ящик-то я поставлю. Он будет маленький, в нем будет вообще 6 слотов. А, так, так мало? Это у меня уже второго уровня ящик, понимаешь? А. Это второго уровня, а еще есть третьего уровня. У него третьего уровня. Нужно этих... Не, короче.
Семена сюда можно поставить.
немного обустроить стены, поставить, как бы. Давай я пока... Материалы там по ящикам поскидываю, что поместилось. Пойду немножко осмотрюсь, что здесь вообще есть. Слушай, а может пошли повоюем, а? Пока светло, 9 утра, давай все лишнее скинем. Ну, пошли повоюем. Мы сейчас лута наберем хорошего, патронов всего понаберем, может одежду какую-то новую. Блин, как бы ящик обрейдить. Слушай, я пошел за кроликами. Хочешь, пошли, у тебя есть калаши? Слушай, а если... на пол скинуть вещи, она пропадет? Или будет валяться так до скончания веков? Что-то с местечением, да? Давай ящик еще один поставлю. Сейчас посмотрю. Его надо придется апгрейдить только, видишь, в чем прикол-то. Бог с ним. Ящик. Давай, еще один ящик. Не проблем, я почти все выкинул там, ну только лоза осталась и ветки. А всякую ткань, куски ткани я все равно буду еще находить. Так, железный слиток, гвоздь, железная плита. Сейчас я складываю, я сейчас апгрейд сделаю. Железная плита, железный слиток и гвоздь. Гвоздей нету. Андрей. Что? Что, как первый день студент? Все. Апгрейд сделал. Ну пойдем воевать. Еще. Жене один. Лишний тут. Да, плохо, что нету этой кнопки. Ну или как в этом, в неголодайке. Просто тыкаешь на сундук положить, а оно само там. Складывают все по этим, по стопочкам. Тут эти камни, они одинаковые все предметы. С ними тяжело определиться, что ты вообще там. Играя, найди две одинаковых картинки. Интересно, у тебя в шкафу лежит 45 стрел в ячейке, а в этом они на 3 ячейки по 15 в инвентаре. А это стрелы для лука можно забирать? У меня есть. Я себе сделал, у меня 30 с чем-то там стрел. Они по 15 укладываются, это почему-то очень мало. Делать ящика уже хорошо. А где эти зайцы выскакивают? Бегают. Слышу. Блин, типа каждый по протянул, протягивал руку, а там штучки так пип. Есть первый заяц. На одну шкуру дает. А сколько там надо шкур? 10, что ли? Да, здесь очень так требовательно количество ресурсов. Да ну это сделали шкура зайца. Ну почему зайца? Он лис бегает. Вообще не понимаю, какое отношение шкура зайца имеет к апгрейду сундука. Там дерево должно быть, металл, не знаю, что такое. Ух ты, тут речка есть, кстати. Ты видела? Нет. Смотри, нет, я на обрыве стою, глянь, тут река.
Офигеть, я не знал-то. Давай, я пошел мыться. Ага. Свет выключи, ребит. А, где-то она внизу. А вот смотри, смотри, Лилия, 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 это здание. Здание. Видишь, что вдалеке? Заводы какие-то, смотри. Я там вообще даже не был никогда еще. Ой, нет, я не вижу никаких... А, правее? Да, свет, да, вижу. Правее вижу. Что-то там и, такое. Тебя опять света репит, так, ужас. Зачем тебе днем свет? Фонарик. Слушай, как вариант, еще можно этих ловушек понаставить на зайца. Ну ты, блин, тут целый день сейчас будешь этих зайцев бегать, искать, да? Проще, наверное, ловушек понаставить. Под них потом еще семена запаришься искать. Семена-то есть. Сейчас я пойду ловушек наделаю, значит. Заколебаюсь этим. Зайца. О, ловушки проще строятся, блин. Зайца встретил. Ты видела еще зайца? Нет, не видела. Нет зайца, блин. Ловушки сделаны. Я его видел только один раз в игре в дохлом виде в ловушке. Так. Валун и листья. О, я сейчас ловушек надел. А где вот их поставить, чтобы... Заяц, там. А я не знаю, заяц, подожди. Заяц убежал. А, я убил зайца. А я оленя. Так, короче, я расставляю тут ловушки, но мне показать они будут стоять. Через дорогу напротив нашего этого домика. Ну ладно, главное, чтобы ты помнил. Я их тут сейчас понаставлю несколько штук, тут зайцы, смотрю, бегают. По сторон дорог. Оленя шкура добылась, ну и кишки всякие. Кишки на навоз, я понимаю, нужны. Я тут еще воробья убивал каким-то макаром. Все, три ловушки я поставил. Хотел скворечник поставить. Блин. Листья. Есть у тебя с собой листья? Нет, все, в ящик кинула. А что это для... Для чего тебе нужны листья? Для скворечника, что ли? Да. Сейчас нарежем. Это я у тебя должна спрашивать, где тут что? Откуда я знаю? А что, я его ставлю прямо из дома, как из дома, да? Ну, поставь там. Что ж так подтормаживает-то, я не пойму.
А смотри, какая красота, блядь, скворечник стоит теперь. Прикольно. Заяц. Подожди, сидит ты. Готов, заяц. Чё, в принципе, мне места дофига и свободно. Пойдем, поохотимся, да? На зайцев? На зомби. А, да пойдем. Тихо, не беги, подожди. Жду, пока заяц сядет на пути. А? Куда он делся? Ну здесь же бегал. Гадский заяц. Кто? Я тут машина неразличная нашла. Да, блин, проклятые зайцы бегают так быстро, а? Ладно, пошли. Полутаемся. Я уже брал, что тут появляется. Тут, я так понимаю, лут не появляется больше. Ну, видимо, нет. Ловушку. Эти два гаража я облутал уже. Вообще очень много нашел полезных. Вот в этом я еще не был. Пошли вот сюда. Сейчас я. Полю. Как жива. Да, но мне надо покушать. Ah!
Особенно хорошие ящички, вот они, смотри, какие, Ирина. Или ты такой уже находила? Два зелененькие стоят. В которых сразу несколько вещей. А, один нашла. Это вот эти вообще классные, там... Вон, бензин сразу... Бля, я еще нашел лейку. Я еще такой не встречал лейку ни разу. Ирина, я арбалет нашел. Оу. Валялся на земле. Круто. А ну-ка. Я не знал, что арбалет есть. Ох, какая красота, слушай. Прикольно. Вот он... А, это... Я думал... Арбалет? А у тебя зажигалка. Так. Дум... Что это у арбалета бензобак делает? Ну что-то получается было два мелких ящика и один ящик под разбор. Здесь? Да. Под разбор я штук 5 разобрал. А. Так, ну надо же арбалет испробовать. Ну, тот же принцип лука. Только побыстрее все работает. Я смотрю, здесь максимум снижается здоровье пищи. Чего, спать надо? Да энергетика слопнула и все. У этой машины богато было всего. Ой, пицца. Бывшая. Ну, коробка. О, давай, я их поджигаю. Он когда горит, он особо не агрессивный. Не знаю, съешь хоть еду. О, потушилось. Вплотную к нему лучше не подходить. Получается. Так, здесь мы не были, да? Здесь что-то ничего нету хорошего. Ничего нету. А, вон два ящичка зеленых. О, порох, навоз. Ничего не было. Там уже были. На углу-то был? В левом. Да, где вот это здание было. А, мы сюда и пришли к входу, я же здесь и был. Там я был. Я был. Бля, тут железо даже есть еще. Здесь я был, здесь ничего нету. Что позволяет на расстоянии их бить? То есть можно, отступая, тыкать их копьем в пузо.
тут я нарывался на зомби огромного толстого, он кидает это, топоры в тебя. Патрошки кончились. Не, вон дал что-то. Чего он дал? Трошки кончились. Здесь бочка и коробки. Я тут вот тоже нашел. А там внутри зомби стоят. Дайся. Ой, блин, я сырое мясо сожрал и отравился. Ну чё, всё, идём. Так а ты вообще в другом здании, ты ушел от меня, как всегда. И мы говорим о разных... А чё, не в то здание? Ну там тоже есть здание, в нем тоже зомби. Хватит меня поджигать. А, я что ли поджег? А кто еще? Бегает за мной и из огнемета поливает. Блин, да кто охренел какой-то? Я его подожгу. Фу, бля. Он меня ест. А, блин. Все. Слушай, нет. Хватит, может, оружие массового поражения использовать, а? Как так вы сделали, что друг друга не видели? Да, это фигня, конечно. Нафига они такое сделали? Я нашел новое оружие, М416. Делали, чтобы игроки думали, что они творят. Тут, оказывается, еще оружие дофига разного. А тут книжечка, на нее нажимаешь и пишут, что вы продвинулись. Подобрала телеграм азбука Морзе. Секреты, вот подсказка, смотри, ну вот, я сейчас подсказка номер 06, по координатам, на втором этаже тюрьмы. Квесты есть, оказывается, да? Получается. Без понятия, может быть и квест. Ну вот, я сейчас на карту упала какая-то фигня с пометкой. Координаты, куда хотел идти, я это мне не понял. Вот в это? Ну да, там, где я разбирала коробки. Ты же видел, где я сижу. Этот огнемет не более эффективен. Они не умирают, они потом тухнут. Ты бьешь еще и меня им. Так, а что туда взять? Беру арбалет. Арбалет в голову сносит, мозги аж вылетают.
Состоятельная тетя была. У нее было много лута. На втором этаже он какие-то зомби шарится. Тут у меня еще и здесь. Стрелы закончились. Хреново, надо стрел было. Погоди, я тебе дам стрелы. Во-первых, подбирай свои. Да, они... Во-вторых, я тебе дам. Все, я раскрафтил. А, нифига, для арбалета не подходят эти стрелы. Как это так? Для арбалета болты подходят. Вот что прикол. Да, на тебе тогда стрелы отдам. Да ладно, пусть у тебя будут. У тебя же есть лук? Мощнее. Тоже. Ох ты, сколько я в столе всего нашел. Охренеть просто. И пули, и бензин. Переживем. Патронов-то дать? Я ж патронов нашел. А, ну давай. Ну давай, сейчас там встретимся, дам патроны. Потому что у меня кончились. На, патронов сейчас дам. Так. На, раз, обойма. Два обойма. Две обоймы. И ну тут выгодно ходить, тут много всего продаж. Да. Мы пришли отсюда, да? Кто-то еще где-то тут рычит. За забором, смотри, какой-то забор, блин. А там какой-то завод, тут даже как-то можно пройти. И теперь еще одно место, я иногда не метался, это вот там вот дальше. Ну давай сходим. Ух ты, голову сразу она отлетела. Заяц пробежал мимо. Еще коробки вот на площадке. Я зомби убил, поднял лут сразу. Я только не понял, единственное, он не исчезает вообще, что ли, у них здесь лут? Ну, раз он такой ограниченный, это логично, чтобы он не исчезал. Так, а в клетках что-то не проверял? А, это просто трубы стоят, я вышел с них.
получается, всю мою эту территорию зачистили. Ну, еще не совсем, тут кое-что еще можно взять. Можно повыживать, правда же? Как-то. Одному скучно, да. Какой-то крик нехороший, ты слышишь? Слышно, не пойму откуда. Да, одежку было бы неплохо какую-то найти, чтобы хоть как-то отличаться друг от друга. Я видел на ютубе, парень бегал, он нашел желтую куртку, в желтой куртке он бегал. Там дальше еще машина, бочка. Прям пугательный рычит. И все, в принципе, мы всю территорию тут зачистили. Надо искать теперь новое место. Новый завод. Точно в том здании никого нет? Кто-то шарычал? Тюрьма, хрен узнает, где тюрьма. По карте тут вообще ничего не разберешься. Смотри. А, зато на карте виден наш дом. Смотри карту, ты видишь? Это красненькие, что ли? А, это наша база. А вот смотри, с левой стороны мы там все-таки не все обошли. Пойдем посмотрим. И трубы гигантские. Может, там что-то есть? Пойдем, но подозреваю, что у меня карта открыта меньше, чем у тебя. Да не особо. Он лисичек. У меня вообще только малюсенький пятачок такой. Лиса. Ты ее в зайца стрелял. Должно быть еще что-то, какой-то город. Должна быть тюрьма с оружием. Может быть. Тюрьма на той стороне, помнишь, мы с тобой видели, где вот через реку. Я полагаю, что карта здесь огромная на самом деле. Локация. Она двигается, да, во все стороны сильно, причем. Потому как тот пятачок, который у меня открыт. Вот здание. Три.
Как ты все время очень быстро убегаешь. Гуси где-то там были. Гуси да? Сверху были. На крыше, вон они, смотри, гуси. А. А, здесь я уже лазил. А зомби здесь совсем убивают? А что-то не убивает. Я только сейчас увидел, на компас у нас есть, оказывается. Когда поворачиваешь, там он красным горит для нашего здания. И где это у нас компас? Вверху стрелка, смотри, видишь? А, да. Попался. Вот ловушки как раз. Что? Вот ловушки. Здесь бочки не размычат. Ой, и зомби еще бродит. Много. Ой, как удачно я ловушки поставил, а? Эти ловушки тут же неубиваемый какой, зараза. Убила? Да. Я не знаю, у меня сил. Он устроил мне очень много стрел. Так, последний остался. Отлично, сейчас я один ящик апгрейд делаю. Ух ты, какой он стал, он сундуком стал королевским. Глянь, сколько мест теперь. Шикарно. М416. Ну вот. Блин. У меня не помещается весь лут. Съешь что-нибудь. Только если отравиться. Я разделил. Хорошо. Смотри, я тут бензина положил. Вот зря ты от меня все время убегаешь. А что там? Да ничего, здесь вообще-то зомби ходят, да? Пока один лут собирает, другой прикрывать, по идее, должен. Уже не надо. Справилась. Где
я нашел какой-то телеграф для азбуки Морзе. Зачем он нужен? Я тоже нашла. Смотри, я ящик выглядел. Какой он получается теперь? Так, телеграф я... Телеграф я сложил вот в этот правый ящичек. Железный слиток нашла. Все, что пока непонятно, я складываю в правый ящик. Ох ты, у меня 74 материала для исследований. А это мы неплохо сходили. Это у меня 184 появилось. Офигенно, здравствуйте. А, кстати, ты можешь себе ячейки инвентаря... А, подожди, у нас общее исследование или нет все-таки? Нет. Смотри. Заходи сюда, и там внизу будет рюкзак. В исследовании. Исследуй себе рюкзак. Сначала... Слева направо иди. Это тебе будет каждое исследование добавлять по 12 вещей в слоте. Какой рюкзак, я не вижу. Сам не смотай. Сам внизу. А, она проматывается еще? Боже ты мой. Новис Портер. Вот исследователь. Мастер Портер или... Нет, подожди. А, Новис Портер. У меня по-английски. Новис Портер. Потом Портер. Это дает каждое исследование плюс 12 слота у тебя будет. Одной бумажки не хватает. Да чего? Где-то я складывал их. Сейчас, подожди, я тебе сейчас дам. Я вот смотрю, что исследовать. Что, лазерный меч? Нет смысла, наверное, исследовать, да? Еду тоже, наверное, нет смысла исследовать, да? Еду? Да. Ну почему? Иди готовить. Ну, еда, которая будет лучше лечить, почему нет-то? Так, вот я болты твои подобрала где-то. Надо их в шкаф положить. Ой, у меня МР-16 есть. Винтовочка. Я бензин. Бензин где? Как он выглядит вообще? Бензин, куда ты? Вот ящик на оружейный же. Большой. Там оружие, патроны, бензин. И все. Ой. А, ты про шкаф? Да. Так, вот я туда твои болты положу. Так, не знаю, нужна мне МР-16 в инвентаре или нет? Ты автоматичный патрон, вот хоть или с калашом из ней бегай. Что нравится, то и бегай. А как это надо будет потестить, чтобы понять, что же мне нравится. Слушай, ну, сходили, я скажу, вообще очень хорошо, прям. Всего столько много нашли. Там вот где я была, остался... А мясо положить некуда, да? Ну ладно. Остался... Мясо. Как его? Ломик, Фомка. Я не знаю, нужна она или нет. Идти ли за ней? Так, жир сюда. Оленьи. Разделять кнопкой Shift. У меня сейчас получилось разделить. Если надо, не все мясо, допустим, забрать. Три. Я пока пытаюсь инвентарь избавить от хлама. От всего, что вообще есть. Это ж не так просто. Это ж нужно тут найти подходящую картиночку, чтобы положить сверху. А не как попало.
Для чего, кости нужны будут, не знаю. Курки, листики, а листиков мало. То есть олени кости, вот. Это что, ветвь дерева. Колбасу. Я не знаю, что же делать, что изучить, а? Изучай грибы, всю ветку грибов. Колбаса это мясо, мяса мало, а грибов много. Овощную рагу, да? Ну, смотри, то, что ты изучишь, только ты и будешь делать. Поэтому изучай, ну да, наверное, овощную рагу. Ну, что-то изучишь. А где, ты говоришь, делать из листиков бумагу? Сейчас я посмотрю, подожди. Вот. Здесь во второй части, кусок ткани называется, здесь во втором. Так, кусок ткани. Делаешь кусок ткани, а дальше что? А материал для исследования? А, вот. Материал для исследования, листики. Все, 10 листиков нужно. Пойду за листиками. Так, а что я хотел? А, я ж готовку изучил. Пойду соберу теперь. Да, там ящик надо как-то скомпоновать, освободить от лишнего. Ну вот сейчас я попробую теперь на готовку изучил пару этих. Сейчас всю жратву уберу, попробую их готовить. На меня волк напал. Волки нападают, да, они такие. Мясо, кости, кишки, шкура. Только вышла, опять возвращаться, складывать. Так, мне надо что-то съесть. Так, а ты все забрал из ящика для готовки? Да, все забрал. А? Я сейчас положу это все. Я сейчас изучил готовку, все, я сейчас забрал. Теперь посмотрю, что тут можно готовить-то. Блин, а чтобы готовить, нужно апгрейд делать. Зашибись. Ну что, у нас нету материала для апгрейда, что ли? Запомни это все. Железный слиток, железная плита, канат. Ну, раз занялся готовкой, тогда буду делать. Пластик, гвоздь. Так, дай мне какую-нибудь еду. Раз ты забрал все, в том числе готовое. То я сильно битый, и мне хотелось бы подлечиться. Прежде чем за листиками идти. Сейчас, бери кнопку, нажал просто забрать все, она все забрала. Так, гвоздь и клейка лента. Ну, по идее, смотри, что сейчас будет получиться. О, глянь, как тут получается. Сколько же здесь волков? Причем тут возле дома прямо. Эй,
Рина, посмотри, что я из кухни сделал. На третий уровень апгрейдил. Шикарно. А если у нас приличнее выглядит. Птичье яйцо. Есть. Короче, тут еще надо смотреть. У меня нету. Я вот три куска мяса. Мясо положила. Все надо сырое теперь. Это вот как раз за листиками я пошла, и там могут найтись эти яйца. Ну, на меня волки все время нападают. А звери. Так, ладно, я тут кое-что приготовил. О, сырое мясо, что я смогу сделать. Колбаса! Я сейчас три колбасы сделал. Может, деревья рубить надо, чтобы подать мне яйцо. Да яйцо деревьев попадает, оно редко, да, бывает, но бывает. Да ну ладно, сейчас ничего. На яйцо будем зацикливаться. А в скворечнике еще не снесли? Да че тут никто не поселился? Может, надо было в сторону от дома гнездом расположить? Может быть. С грибами тут прикольно, не заморачиваясь. Желтый гриб, красный гриб.
что не хватает, а? Блин, канат, до того вечно. О, ты представляешь, сколько я времени зря потратила. Оказывается, перекладывается да одним кликом на предмет. Да, одним кликом, а ты что, не знала? Нет. Я все время кликом перекладываю. Ты что, по одной вещи еще перекладывала? Я по одной вещи искала картинку подходящую еще. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я ж чего ругалась? Ох ты, лейка. Чего опять не хватает? Блин, деревянная доска, да я достал, замучился уже прыгать. Почти уже ту сторону крыши накрыл. А на втором этаже будем делать спальни. Вот, хватило на второй апгрейд этого мешка. О, у нас тут капуста даже есть, брокколи. Ух ты, какой можно сделать себе вкусный обед в реальности-то. А ты знаешь, я могу пользоваться следующим... Хотя нет, вот торт не могу сделать. Или надо было изобрести, или что? А торт я не могу. Значит, на что то есть еще? У меня появился хлеб, жареный бекон, и что-то на первом уровне... Ё-моё, у нас гость! Откуда? А стой, фигня зарежешь. Как он вообще вошел? Не знаю, дверь закрыта. Так, так, что у нас не заправлено? А что это, ну теперь будет у меня тут валяться тут на моем вещмешке? Не вещмешке, а как он там? В спальном мешке. Если даже болт болится, ты сделаешь, что ж такое? Да не, ну сейчас честно поедем. Там же лежали в ящике. Жалко, что нельзя переместить вещь. Вот стол я хотел бы переместить, допустим, ему нельзя переместить. Да. Это жаль. Какое-то резиновое кольцо у меня тут нашлось еще. А неплохо так рюкзак расширился, вдвое почти.
уже. Мне понравилось, хочу еще листиков. Тогда ж надо 500 листьев собрать. Интересно, по стене можно пройти? А, да. Смотри, какая красота. Здесь можно, наверное, проход туда к ловушкам. И ходить ловушки, перезаряжать сверху. Да, я уже смотрел. Не спускаясь вниз. Щелка появилась какая-то. Ну ладно. Я не думаю, это не столь придирчиво, да? Ну, думаю, да. Да, мост здесь, а здесь как так получилось, что щель? Странно. Должен же быть. А там она двигалась, туда еще двинулась, да, не в ту сторону. Да ладно, бог с ним. Ну, ловать не будет, я думаю, что не важно. Ну да. На крайняк можно сюда стену впендюрить, как бы кухню отгородить, вот и будет нормально. Нормально. Ну да, чтоб спальный мешок не сгорел. А то тут все пылает прям. Ладно, пускай так. Да, тут надо к стройке привыкнуть. Видишь, миллиметры не совпали, надо было чуть-чуть. Туда. Тут, знаешь, видимо, с изобретениями какие-то вещи для дома, наверное, общие. А личные у каждого свои. Как-то, наверное, делится. Так, дай-ка запись. Запишу саму игру. Сейв сделаю, точнее сказать. И я поняла о чем-то. Ну что, сейчас на нас нападать будут? А, тут сейчас подошу. Да. Так, надо делать болты. Кусок железа. Болты для арбалета у тебя тут лежат в этом шкафу. Я подобрала где-то, не знаю. Я поняла, про какие болты ты говоришь. Просто сказала, что твои болты для арбалета лежат в шкафу. Смотри, я вот 40 болтов для баллисты положил сюда, если чего. А они сюда не ложатся, почему? Болт для баллисты. Наверное, потому что это не одежда, а оборудование. Значит, нужно делать будет еще один маленький ящик для болтов баллисты. 40 штук их только заправляется, и все. Ладно. Вот они у нас и лежат, тут болты баллисты. Где эти, где кости? Да, я знаю. Порох еще много, смотри, может патроны, да? Колбасу не пробовал еще. Нет, там целых 70. У меня не настолько побитый персонаж. Ну, взяла себе одну, положила в инвентарь, если что, полечиться. А то там на вылазке меня чуть не прибили. Кстати, здесь совсем умираешь? Или просто здесь возродишься, на базе? Подожди.
Слушай, можно сделать несколько светильников, которые будут в доме. Настенные лучше сделать или на поле? Настенные. Вот как где я делал, да? Там какой-то наверное прибор. И вешать их вот на эти, ну, на подпорки. А то вдруг ты там захочешь шкафчик к стене поставить в будущем. Или над сундуком, например, повесить. Ну, то есть не на голой стене, потому что она может пригодиться. Как всегда не хватает листьев, у нас на самом деле нету. Нету, потому что мне пришлось бегать. Чтобы сделать себе листья. Там, хлам. Я вначале крыты, знаешь, выкидывал листья. Почему-то я думал, они не нужны. Их выкидывал, брал. А теперь жалею. Да, кустов-то все меньше, идти за ними все дальше. Не, походу вырастают, ну потихонечку вот выросли. Так, а сколько там надо листья? А, 20 листьев еще надо на один этот, значит, светильник, обалдеть. Не, листьев вообще много надо. А чаще что? Ну, так, как его, рюкзак. Не, ну конечно, может быть, материалы для исследования там найдутся. Следующие вылазки, но пока листики. Ну, видишь, все-таки, когда разберешься, не такая уж плохая игра, правильно? Да еще вдвоем весело-то, все равно. Или тебе все равно не зашла? Ну, не то, что не зашла, просто я не знаю. Долго я устаю от игр. Ну, у меня уже как бы 5 часов. У тебя, а у меня не 5, что ли? А, ну у тебя тоже 5 часов. Ой, это привычка, знаешь, у каждого в интернете свое время. Не все люди живут в одном со мной часовом поясе. Жалко, Серому не дали игру, блин, он хотел ее. Они, евреи, не дали ему, блин. О, да, втроем было бы круче. Намного. То, что самое нудное, это вот гринд всяких листиков, досочек там. Так, один притаскивает, а другой крафтит. Из них промежуточные всякие бруски. Так, куда вот привезли? На колонну. Ну, на колонне или над сундуком, то есть над предметом, чтобы не лишать себя возможностей. Слушай, а вот что на улице. Видишь, единственное, что хреново в этой игре. Если ты повесил, то ты уже не снимешь. А в других жевалках, тот же джунсура был, там можно было снять факел и перевесить. Ой, кролик попался в лову. Да, сундук для еды тоже неплохо бы апгрейдить. Для еды? Ну да, тогда уже не помещает. Ну, да и для хлама тоже сундук неплохо бы апгрейдить.
Посмотрите, ящички другие ставятся, надо еще попробовать их поставить. Там такое болтовое. Я остановил. Все равно болты нужны там. Пора возвращаться. А когда гудок услышишь такой звук? Еще чуть-чуть срублю, погоди. А вот там есть такая штука, что ты с прыжки тебя не будут ранить. Яйцо нашла, тебе для чего-то нужно было. Сейчас положу в ящик. Так, где бы мне здесь повесить? Столы были, освещались, да? А вот так, наверное, будет и нормально, да? Ну вот, на какой-то гриб не помещается. Сейчас маловатый я... ящик. Чё, блин, только раз с факелами хватит у нас, да, освещение, глянь? О, да более чем. Так. Прикольно, есть. Они под самый, этот, под самый потолок, по идее, должны спалить дом, к чёрту. Ну а чё, теперь опять всю жратву задирать? Хотите вообще не задирать, я съел. Я не знаю, всё, не всё, у меня просто не помещается туда гриб. Ты хотел яйцо зачем-то. Всё, я всё забрал. Сейчас посмотрю, я буду что-то готовить. Могу багет. Вот забери ящики, сейчас я тебе грибы положил, они тебе могут пригодиться в приготовке. Подожди, так ты же тоже можешь готовить, да, в принципе? Могу, просто ты сейчас всё забрал и всё. Я не уверена, что я все могу готовить, но мне кажется, что у меня прибавилось после апгрейда вот печки. Так, жареные грибы, фрукты готовим. Ох ты, все грибы заходят туда. Отлично. 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 Так, кусок вяленого мяса. Так, отлично. Могу багет приготовить, могу хлеб. Багет лучше. Смотри, что эффективнее, то и готовь. Все, в принципе, все, что я мог, пока наготовил. Ой, а сорви, вот эти надо жрать, вот эти апельсины. Все, звук слышишь? От них толку там по пять. Единиц добавляет. Я, наверное, не буду чисто кишки жрать. Зачем мне здесь нужны, да? Не знаю. И жир, по-моему... А жир требуется для приготовления? Ты жир вот куда-то чей требовался, я так и не понял. Вот жир. Ладно, живот и жир. Ну, кишки, если они тут не нужны для приготовления, значит, они тут не нужны. Просто у меня все время какой-то гриб не помещается, когда я прихожу. Нужны для навоза. Ну, значит, не для приготовления, тот ящик надо тогда ложить. Производственный. Зайчью шкуру муку. Вот еще.
Ну что? Вкладываем все лишнее, да, предлагаешь? Ну, или переживем волну, потом отдам перерыв. Батат, это же еда, да? Наверное, не знаю. Все, забываем, что у нас еще один ящик есть. А, ну сюда мы сбрасывали хвосты, которые не поместились в том ящике. О, кстати, здесь кишки лежат. И ткани, куски тряпки. Вот куски тряпки я могу пристроить сюда. Обработанная кожа всего одна. Нет, не одна. Три обработки. Ну что, нам пора наружу или мы тут сидим? А, как ты говорил, вот что я хотел сделать, я забыл. Мост, мост. Сейчас я мост же сделаю. Флор, где же она есть? Мост. Мост. Один пилот потерял, деревянная доска. Это какой мост? К чему мост? А, вот на авито, как ты говорила. А, да. Где твой, давай, мостом? На свой пост к крутилкам. Пост. В чем прикол? А! Бешка мне принесла материалы для исследований. Ринна, я на мосту. Глянь, где я. Как ты говорила. О! Блин, я с ним свалился. Только мост там чуть-чуть дырочка, надо в одном месте перепрыгивать через него, смотреть. А, на скорость все нормально. Убился, пока падал? Нет, все нормально. Хорошо, то я спрыгнул с этих камней и почему-то повредилось. Не, отличное место, я тут живой приманкой работаю, они все камни бегут, попадают под вентилятор. А мне остается только перезаряжать время от времени. Развлекайся, да? Ну вот здесь отличный пост. Стоишь перед вентиляторами.
Ну, в смысле, за ними. К тебе бегут зомби, попадают в вентилятор. Ну, кто прорывается, копьем тыкаешь, они отлетают обратно в вентилятор. Тут кто-то забежал сбоку. Хитрый очень. Пришлось его убивать. Самостоятельно. А, полузомби проползают под вентиляторами. Они его не трогают. И там еще много всяких ловушек, я их еще все даже не знаю. Что? Там еще много всяких ловушек можно поставить. Ну, да, надо и поставим. Почему бы нет? Единственное, что сервер мой, без меня никто сыграть не сможет. Ну ничего. Они видишь, как сделали в этой игре. В принципе, они продуманно сделали, они для себя выгодно сделали. Наверное. В смысле? Не на сервера. А. Сервера, да. Ну делать, да. Да. Хотя могли бы сделать вместо ячейки сервера продавать. Ну, вполне бы игра. Чем бы покупали сервера люди, да? Одна я бы не стал играть все равно. Так что. Для меня нормально. Я не знаю, что да. А вот вдвоем периодически почему нет. Ну то я смотрю, тут один настроил он сколько всего. Развлекался. Ой, тут еще апгрейд можно железную сделать, можно каменное все обделать. В смысле, апгрейд чего, дома? Да. Да, круто. Что-то мало лута они принесли в этот раз. Один только мешочек пока был. А толпа бежит. Плохие зомби пришли, которые мы так долго убивали. И они ловушку ломают. Ты побили меня. Видишь, 12 до 2 волны идет. Побили меня. Побили. Может быть, сюда что-то еще надо поставить с этой стороны. Потому что когда они... Перед ними можно шипы поставить вообще. Когда одни толпой бегут, ой, сзади тебя ползет половинчик. Смотри, какая еще штука есть хорошая. Шипастый пол или уничтожитель. Вообще вещь. Гильотина есть. Мины есть, пол ловушка. Да тут дофига всего. Так, ну что, давай мы, наверное, закончим. Вот, жена уже с работы пришла. А ты мне только скажи, для чего нужен спарринг? Давай я тебя убью, и ты увидишь. Ты умрешь? А появишься в спальном мешке. И побегишь обратно свой лут собирать.
А, вот для чего. А зачем ты меня будешь убивать? Я и так могу выйти. Не, ну я просто... Мне потом лечиться придется. Да. Ладно, все, давай, заканчиваем.